В селе Хармахши Кызылординской области прошел 20-й юбилейный международный турнир по самбо «Мемориал Героя Советского Союза» Таймбета Кумикпаева. Турнир, включенный в официальный календарь Международной Федерации Самбо, собрал сильнейших атлетов со всего мира. Среди его участников два обладателя золота первенства планеты. Это уральский самбист Ербулат Байбатыров и Акмалидин Каримов из Таджикистана. Всего же в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 28 стран. Чемпион мира по казах-курисе, хозяин турнира Балжан Раисов, стал его 13-кратным победителем. Самбисту, который вот уже 15 лет показывает стабильно высокие результаты, организационный комитет вручил ключи от автомобиля. В среднем весе победил россиянин Михаил Полянсков, а в весе свыше 100 килограммов чемпионом стал серб Владимир Гажик. Также победу праздновали Акмалидин Каримов и Еркан Доньяров из Таджикистана.